На проекте «Моя Мордовия» ждут энергичных и талантливых управленцев от 25 до 55 лет. Тех, кто хочет работать на благо республики, в том числе и в министерствах и ведомствах региона. Молодые, креативные, однозначно системные, вот, которые сейчас уже умеют работать вот, в новых реалиях, умеют работать в проектном управлении. Плюс, наверное, люди те, которые уже мыслят сейчас вот онлайн-форматы все вот эти, да, уже вот молодежь в этих всех темах, она более сильна, вот, ну и все-таки молодость есть молодость. Кадровый конкурс – не только шанс получить руководящую должность. Это возможность обрести новые навыки и знакомства. А после окончания конкурса будет создан экспертный клуб «Моя Мордовия». В него войдут финалисты конкурса. Даже это хороший вызов для каждого человека. Да, что я могу? Почему не попробовать, да? То есть, вот, где мы, да? Ну, я думаю, вот это вот классно, вот эта вот идея именно этого экспертного клуба. Потому что это вот, представляете, когда там масса людей, которые там даже с районов, там, с других там, с наших районов, да, там, с Саранска, с Рузаевки, они такой на регулярной основе будут эти ребята встречаться, общаться между собой, у них, ну, произойдет отбор, у них будет какая-то одинаковая логика, одинаковые ценности, эти люди, они, может быть, в жизни никогда и не познакомились бы, да, здесь они начнут взаимодействовать, это вообще здорово. Время присоединиться к проекту еще есть. Заявку можно подать до 16 апреля на сайте mayamordovia.rf. Победителей выберут в июне. Ольга Данилова, Денис Ноздрюхин. Народные новости.